Смотрите на этот вид, смотрите на эту погоду. Нам сегодня предстоит подъем 500 метров, это следующие 35 километров, и потом начинается один большой спуск уже в Италию. Сегодня он злой, и он нас, наоборот, сталкивает с горы. Мы нашли здесь дырокол. Вот так выглядит. Такой у него паттерн. Видимо, проходят какие-то соревнования. И это место... Да, соревнования по лежанию на лавочке. Полежал, отметился. Едешь дальше. На нашем пути время от времени мы встречаем вот такие знаки. Мюнхен-Венеция. То есть это такой продуманный веломаршрут. У него есть сайт, можно зайти на него, скачать GPX-координаты. Вот. Он также считает, сколько человек проехало мимо. Тут есть по-английски, по-итальянски, по-немецки вся информация. Озеро называется? Озеро называется Венца. Пьяно? Или по-английски Хайнц. Как-то не похоже. Красотища! Ну вот и невзирая на ветер, мы добрались до Доломитов. Эти горы находятся под охраной ЮНЕСКО, если верить табличке, которую мы только что проехали. Тут безумно красиво. Nice dog! Vorrei che ti vuole fare una foto. What is his name? Frida. Frida. I'm actually filming a movie, so no, okay. It's not a photograph. Okay. But you can throw this. Сейчас немного свернули не туда и поднялись лишние 200 метров по не очень приятной дороге, такой рыхлой гальке. Сейчас забрались в самую высокую точку нашего маршрута, оказывается, перевал Бреннан это еще не их предел. Вот. И после этой точки будет большой и длинный спуск. Показали итальянскую еду, сейчас поедим и будем спускаться.
И это было бы прекрасно, потому что чечевица очень хорошо молочную кислоту выводит из организма. После мощных тренировок мы всегда чечевичный суп делаем. Равиоли. В общем, я не знаю, что в этом супе, какие ингредиенты, но он безумно вкусный. Какие дела? Слетели. 10 километров за минут 10. За 10 минут. Да. Машины впереди мешали ехать. Very nice bike. Мы решили дать жару и поехали по дороге вместо велодорожки. Хотя она тут идет рядом, всячески петляет, но скорость на ней совершенно не та. Потому что там постоянно приходится то подниматься, то опускаться. А по дороге просто летишь прямо и ни о чем не думаешь. Почти доехали до отеля, но не знаем, будет ли там еда, поэтому остановились в пиццерии, заказали две с собой. Одна обещали, что будет острой. Я так устал, что теперь не спать. Главное не потерять на повороте, на резком спуске. Все, я уже есть, хочу вперед. Теперь у нас другая мотивация. Вон наш отель. Тут однополосный мост. Все, мы в отеле. Проехали сегодня 117 километров. И добрались до отеля засветло. Пойдем ставить велосипед.
Есть. Чуть-чуть жирная рука.